людей. Не видно. Слишком сильно. На 2 километра. Всем привет. Едем сегодня в Крещенский. Еще начались крещенские морозы, едем за водой на Радник. А где? Время 11:30. Приехали. Я хотел фонарик взять. Выходи, сынок. А тут фонарик-то не нужен. Там все светло. Со своим лазером. Покажи лазер такой. Вот такой лазер. А еще пап, смотри. Давай, ладно. Ух ты. А в небо посвети. Посвети куда-нибудь вот. Там не видно. А вот сюда на крышу посвети. Да, красиво. Ну что, будем воду набирать? Пойдем с бутылками. Пробочки. Раз. А сейчас сколько часов? Надо было в 19. Надо было в 12 приехать. Ну уже приехал. Так это, воду набрали. Здесь так интересно. Полы разобрали. Деревянные. Вот то, что осталось. Ну я думаю, может быть, на реконструкцию. Потом новые поставят. Спасибо за воду. Колодец грязный. Бутылки, палки. Это проволока. Пойдем, сынок. Отойди оттуда, пожалуйста. Пойдем. Немножко это. Все, вот 5 бутылок. В общем, прикол в чем? Запах стоит со свинарника. Тут где-то рядом свиноферма. Поселки-то понятно. Не знаю, как тут люди живут. Но суть другая. Там аж вода ручьем. Прям слышно, она там стекает. Вот она стекает. Прям там этот. Хорошо так течет. И, короче, прикол, что... А вот он, родник. Нормально? Я думаю, что нормально. Люди ж не просто так делали. Не знаю. Попробуем. Сегодня все-таки крещение. Поэтому я надеюсь, оно уже посеребрилось там. Успело. С фермы. В общем, и запаха не будет. Поехали мы домой. Головой ударился тут на работе. А я думал, что? Прикол будет. Столько бензина потратил. Будет запах. Воды. Я испугался, потому что машина не замоется. Так, ну все, мы едем обратно домой.
Сейчас приедем, Кирюха спать. Да? Еду. Трахтит машина, как трактор. Еду, хочу поменять глушитель. Не знаю, сколько там по времени менять его. Трахтит прям, вот невозможно ехать. МТЗ-80. На улице холодно. Раз 8. Ну вот я приехал. Я человек пунктуальный, даже на 10 минут пораньше приехал. Нет никого. Уже минут 20 сижу, жду. Звоню. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Странно. В общем, расклад такой, что я вчера с ним созванивался. И он мне даже не сказал, что они отсюда съехали. Куда они съехали, даже и представления не имею. И это, трубку не берет. Ну, аппарат абонента выключен. Не знаю, что делать. Че? Встретился я. Говорит, не, я не смогу сделать. Объяснил мне, куда ехать. Говорит, там точно занимаются. Мир-глушители. В общем, едем в мир-глушители. Правда, не знаю где. Ну, описал мне так примерно. Ну, как тут поймешь? Вот еду. Пойми здесь, куда ехать. Все, сижу, жду. 9 рубасиков. Резонатор. Потому что, ну, резонатор посыпался. Ну и стыки, там трубы. Скорее всего, по-моему, делать там флянцы. Получается 4500. Я говорю, слушайте, ну ставьте их уже, ребят, резонатор. И все вместе вышло 9. Так, это согреться чуть-чуть надо. Скуф не разу. Холодно на улице, спогреюсь, а потом, не знаю, пойду в магазин, куплю жидкость такую, заправился на заправке, что-то машина треперит, травит, не знаю, что, купить присадку какую-нибудь, залить, ну уже поздно заливать что-то. Что-то они быстро, они уже все сделали. Прошло минут 40, наверное. Сейчас глянем, что они там сделали. Не сделали. Успел их заснять. Они машину опустили уже. Иду оплачиваю и еду. Еду домой. Буду ужасная. В общем, купил я. Я заправился. В общем, я заправился на заправке, машина перестала работать, троить, там, двоить. В общем, мысль такая пришла, что надо, провалы пошли. Там, газ даешь, он проваливается. Я хочу что сделать? Промыть дроссельную заслонку, а чтобы ее промыть, мне надо снять. И уже сюда в подвал отнесу и посмотрим, что с ней произошло. Ну, какая, какого она состояния. Ну, как бы все, снимать я не буду, потому что, ну, погоду видели, там, метель идет.
юга. Поэтому буду без видео. Уже тогда на месте все покажу. Ну и сам посмотрю. Что. Так, все, достал я. Подросленная заслонка. Вся. Главное. Все помою. Ну и взял себе очиститель карбюратора дроссельного угла. Нехило так супола накидала два масла. Сейчас помою все это. Стеночки аккуратненько. У меня где-то есть ватка. Все это помою и на место поставлю. Потом уже можно будет попробовать подогревать. Я пальцем ее помыла, там чернота такая, прям это давно. У меня обороты, получается, газу даешь, и у меня обороты, короче, не скидываются. 2000 держится, раз упали. Ну, вот так вот. Ну и провалы еще иногда, думаю, из-за этого. Оно действительно, оно прям вообще, вот я сейчас залил это все, и оно сейчас раскисает. Сейчас пойду за... Завтра мне позвонил товарищ. Завтра еще бус поедем делать. В общем, ездил куда-то он там сервис. И мы ГРМ поставили. Походу на зуб, короче, это. О, на зуб перескочил, еще что-то. И у него, он говорит, по-моему, говорит, съезжает в сторону ремень ГРМ. Вот, поэтому завтра еще поедем по этому ремню, посмотрим. И, кстати, я говорю, а где мы делать-то будем бус, потому что на улице-то холодно, я на улице делать не буду. Он говорит, сейчас у нас есть в Калининграде боксы, то есть ты в аренду берешь бокс, тебе там инструменты, все вот это дают, ты только делай и все. Как бы платишь аренду почасовую. Поэтому съездим, мне тоже интересно, у меня гаража нет, поэтому на будущее, если что, будем туда ездить и ремонтировать свою машину. Клапан стабилизации холостого хода на автомобиле постоянно обеспечивает и поддерживает обороты двигателя на холостом ходу, независимо от того, холодный двигатель или прогрет. Клапан холостого хода управляется блоком управления двигателя. Блок управления двигателя получает сигнал с датчика частоты вращения и на основании этих данных регулирует обороты в зависимости от того, какие заданы в программе. Регулировка происходит за счет увеличения или уменьшения поперечного сечения дополнительного воздушного канала в обход дроссельной заслонки. Тем самым регулируется пропускная способность. Все очень просто. Датчик можно прозвонить. Значит, первый, там 4 контакта, первый, четвертый должно выдавать от 40-50 до 60 Ом. Ну и, соответственно, третий, четвертый. Можно пустить еще 12 вольт. Первый, получается, первый, четвертый, третий, второй. Получится что? У него, в принципе, работа будет либо задвигаться, либо выдвигаться. Все. Машина работает четко. Нареканий нет. Эти обороты держит прям идеально. Газу еду, кстати, ехать она прям, она, по-моему, так не ездила, прям нравится, но шум у меня еще идет где-то второго клапана, компенсатор менять, по идее, надо, я менял компенсаторы, я покупал комплект компенсаторов, сколько их там, 12, по-моему, и это, и один бракованный, я не стал там за новым ехать, в общем, собирал на коленях все. И вообще надо компенсатор поменять как-нибудь. Что, вчера я что-то вечером слушал мотор. Ну и у меня все-таки помирает шум, звук. Там что-то шумит, шуршит в самом гидроусилителе. Вот руль даже не трогаю, а шум из него идет. Ну и компенсатор. А компенсатор там, компенсатор менять, то я не знаю, может быть, мне маслосъемный заодно поменять. Но масло не ест, не кидает, поэтому. Ой, а
насчет компенсатора, маслосъемников еще пока не знаю. Буду делать, наверное, ближе к лету. Вот так вот, все-таки машина требует за собой, ну, как, внимание. Сейчас повезу детей в парк развлечений, на улицу Тельмана. По поводу улицы Тельмана. Район возник в начале 20 века, после того, как в 1906 году старые вальные укрепления утратили военное значение и были проданы военным ведомством городу. После этого укрепления были частично снесены. Тогда за пределами бывших городских укреплений начали возникать новые городские районы. Одним из них стал Марлденхоф, застройка которого началась примерно в 1910 году. Да, Кирилл? Свое название район позаимствовал от бывшего поместья, располагавшегося к западу от Верхнего пруда. Туда мы едем. Пойду я тебя развлекать. Пускай они катаются. Американо, будьте добры. Маленький, большой? Ну, 250. Молоко, сироп, сливки? Молоко. Еще про коньки расскажу. В Британском музее хранится найденные в прошлом веке Англии коньки, которым почти 2000 лет. А в 1967 году, недалеко от Одессы, археологи нашли две пары коньков, сделанных из кости, принадлежавших киммерийцам, кочевому племени. Друзья, перелетные птицы, только быть наш одним нехорош. На земле не успеешь жениться, а на небе жены не найдешь. А почему? Потому что мы пилоты. Небо наш любимый дом. Первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом. Кириллу хотим рубашку купить в школу. Сейчас глянем, что там есть.
Еще обнагрели. Пошли. Что тебе скоро понадобится? Группа. Ну что, одевай, пойдем померяйся. Он зацепился. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Да, хочу. Пошли. Вниз пошли. Почему? Ты куда идешь? Чем мы сюда пришли? Что за хипом стоял? Она размер не может найти, у нее это, она маленькая. Кашу надо было есть в детстве больше. Кашу не ест, и куда я? Дрищ. Я не дрищ, нормально. Расшифруйте, пожалуйста, что это за маска, майка приталенная. Я себе тапочки нашел. Здесь они вот белые, да. Темные были бы, я взял. Кирилл с ума сходит. Говорит, пойдемте есть. Я есть хочу. Сейчас. Они еще выбрать не могут. Ну, поверни сюда. Гляну, что взяли. Короче, девчонки себе берут. А Кириллу так рубашку не нашли. Что ты делаешь? Подожди. Давайте открою. Дай сюда. Еще какие-то шмотки. Все, пошли отсюда, Кирилл. Тебе рубашку, короче. Такое. А? Еще и запасными девочками. Ну все, вот сюда проводим. Эй, отдай. До свидания. А я не забыл, я им завязывал. Да вижу. Все, мы домой. Всем пока. Доброго дня. Да. Давай завязывай шнурок быстрее, Кирилл. Личные проблемы с этими шнурками. Завязывай. Бедная собачка. Тедди. Сейчас открою. Вы что?